Мы, в принципе, ожидали такой фигни от связи, поэтому мы все равно подготовились. Дорогой муж Демин и кота Папка, мы от всей души поздравляем тебя с днем рождения и желаем как минимум в следующие года его первые минутки отпраздновать рядышком с нами. Мы просто очень соскучились. А так, я желаю, чтобы у тебя все твои начинания и мысли, они обязательно исполнялись. Мы обязательно тебя поддержим, я тебя поддержу. А Поська тем более поддержит. Да, Пось? Пося! Пось. Поддержишь? В общем, любим, обнимаем тебя. И очень ждем завтра. Бось, Бося, Бось.